Друзі, програма «Новий день» триває, і просто зараз одна із ваших улюблених рубрик – рубрика «Гість». І сьогодні до нас у студію завітала сімейний психолог, гештальт-терапевт, тілесно-орієнтований терапевт Ольга Сологуб. Вітаємо у нас в студії. Доброго ранку. Добре утро. Оль, вітаємо тебе зі святом Святого Валентина, але не знаю, чи ти його святкуєш. І що для тебе це свято? Вас теж з праздником. Для мене це, звісно, теж дуже великий праздник, тому що я жінка, ви жінки, а жінка – це є любов. Ми тільки можемо своєю улыбкою, да, подарити друг другу тепло і любов. Звісно, для мене це праздник, я люблю його дуже, праздновати в кругу сім'ї або друзів. Я з дитинства пам'ятаю, що мої батьки не звикли до цього свята, не святкували. Це я вже валентинки в школі отримувала, не пам'ятаю, здається, не писала. Ну, може, і писала, неважливо, хто отримав, то щасливчик. Якусь філіжанку з сердечками мамі подарувала, батьку. Тобто це вже була моя ініціатива. І переважно це свято святкує молодь. Однозначно, да, молодежь празднует, они очень любят этот праздник, а те люди, которые уже как бы другого поколения, они не признают этот праздник, хотя очень даже зря, потому что в этот день можно напомнить друг другу про свою любовь, потому что в обычный день мы забываем про это, и я считаю, что это неправильно, нужно каждый день говорить про свою любовь, мы забываем про листы, да, мы не пишем письма. И я советую, мой такой совет парам, те, которые прожили очень много лет, там, написать друг другу письмо. Письмо признания в любви. Как важен тебе этот человек? Что ты проживаешь? Какие чувства ты проживаешь рядом с ним? Это про тепло и близость друг к другу. И положите это письмо в карманчик или там, не знаю. Да, спрятать, чтобы человек увидел где-то чуть позже, на работе. Это будет очень приятно, и это... Ну, як-то подимить, да, от чувства друг другу. Ну, і згадалось мені, наприклад, що в смс-ті три слова «я тебе люблю» замінюється «цукор, молоко, хліб». Цукор, молоко, хліб. Хоча це теж якісь вияв турботи, адже ж з цих продуктів я тобі приготую вечерю, тобто... Насправді це так воно і є, але сьогодні саме той день, аби нагадати один одному, що ми важливі і закохані все ж таки. Незважаючи на те, що говорять, що кохання триває 3 роки. А ні, неправда, його можна підбадьорити. Як? Ідея. Правда, це влюбленість 3 роки, а любов, мабуть, це така річ, коли ти вже розчаровуєшся в людині. Да? Ты видишь все его уже недостатки и реально принимаешь и говоришь, слушай, я принимаю тебя таким, как ты есть, и я люблю тебя. Когда женщина или мужчина снимают розовые очки и снимают эту иллюзию. А по поводу как пободрить, я вот себе вот думаю, я всегда говорю на своих тренингах, делайте адреналиновые встречи. Что так, ты? А ну-ка, что это такое цикованькое? Это чтобы ваши сердца бились в унисон. Ведь когда мы переживаем какое-то острое переживание вдвоем, да, у нас в крови, в мозг повышается уровень дофамина, адреналина. И у нас ощущение, что мы влюбляемся в этого человека. Мы можем его даже, Инесса, не знать, и у нас будет чувство, что мы влюбились. Да. Поэтому с этим нужно поосторожнее. И если люди живут долго, да, поедьте покатайтесь на чем-то, да, с ноутбордах, лыжах, если сейчас зима. Если это лето, квадроциклы, хотя и зимой можно на квадроциклах. Сделайте что-то такое острое, чтобы переживать. И я уверена, что у вас появится много возбуждения и энергии в отношениях. Сподіваємося, глядачі взяли на замітку ось таку пораду від професійного психолога. І, до речі, так дійсно цікаво. Да, да, да. Вот, ще, звісно ж, делайте то, що ви взагалі не делали. От, наприклад, представляєте, яке буде удивлення, якщо мужчина, кстати, мужчины, якщо ви слушаєте, ніколи в театр не ходили, да, а взяти, купити білет в театр. Я думаю, что женщина ваша будет удивлена, и ей будет это очень приятно. А женщина, если никогда, например, не готовила кушать, вот не любит, взяла и испекла пирог.
Вот, сделайте какую-то атмосферу дома вкусную, приятную, со свечами. Вот, и не только в этот день. Почему только в этот день? Делайте это постоянно. Любите себя и мир вокруг себя. И не надо ждать 14 февраля, чтобы сделать что-то приятное, да? Рассказать, как я тебя люблю, или ту же адреналиновую встречу. Пусть это в вашей жизни будет постоянно. Які все ж таки подарунки обираєш ти? Чи матеріальні, чи ти приготуєш вечерю? От сьогодні, що ти запланувала? Точно, чи тобі приготують вечерю? Точно не буду готувати, тому що не успію, говорю правду. Матеріальне, я думаю, що для кожної жінки важен подарок. Так. Ну, давайте не обманувати друг друга. Так, це правда. Это правда. Это про какую-то ценность и важность в отношениях. Вот, но не обязательно, чтобы это был дорогой подарок. Каждый как бы рассчитывает на свои возможности и дарит женщине. Вот, и мужчины, если вы не можете выбрать подарок женщине, вот сложно мужчине выбрать духи, да? Так, ну, до речі, ми сьогодні говорили про те, що цей подарунок, якщо ви один одного погано знаєте, наприклад, якщо новоутворена пара, то це один із найнебажаніших подарунків, адже можна не вгадати з ароматом. Смотрите, можна подарити сертифікат. Чудова ідея. Правда же? Даріть сертифікат. Так же ви не можете, мужчина не може вибрати белье. Даріть сертифікати. Вот. И даже если вот, ну, нет такой возможности, дарите свечи, дарите шоколадку, что-то вот в Европе как-то вот принято дарить не дорогие в этот день подарки, а теплые, вот с заботой. И, пожалуйста, обязательно. И я люблю подарки. Я люблю. Я люблю сюрпризы. Ми всі тут, ми любимо подарунки. І не тільки на День Святого Валентина. Але й дарувати ми любимо. Що можна подарувати чоловікам? І чи варто ось їм щось дарувати взагалі? Так, звісно. Мужчина, так и, как и женщине, очень приятно получать подарки. Это тоже своего рода забота. Но самый лучший подарок, мне кажется, для мужчины, это когда женщина ему говорит: «Ты знаешь, любимый, я настолько счастлива с тобой. Наша с тобой жизнь – самый лучший подарок в моей жизни. Что вообще могло произойти со мной, это самое лучшее». И когда мужчина видит свою женщину счастливой, у него появляется столько эмоций, столько благодарности, столько вдохновения, что он готов для этой женщины делать и делать, творить. Летить с ветром, как той супермен, такий, в него раздувается одяг, а він лежить. Это правда, потому что мужчине, по большому счету, вот не нужны эти блага, которые вот он, ну вот к чему он стремится. Он это делает ради женщины, ради своих детей. И женщине нужно правильно, как бы, ну я не люблю слово вот, вдохновлять мужчину, но как-то правильно говорить про свои чувства и как ей рядом с этим мужчиной. И если вас что-то не устраивает, ни в коем случае не пилите, не ругайтесь, не обвиняйте, а всегда говорите: ты знаешь, когда ты там делаешь так, мне больно, когда ты делаешь так, я вдохновляюсь и я расцветаю. От насправді так, ну, жінки – це натхнення, адже формула борщ, сало, телевізор, ну, не так же й багато коштує. А таке запитання, а якщо все ж таки подарунок, ну, не сподобався? Ну, як реагувати? Як реагувати, щоб не образити того, хто цей подарунок підніс? Да, интересный вопрос, конечно. У меня были такие случаи. Я всегда говорила: слушай, мне правда очень приятно, что ты позаботился, нашел время, деньги, и мне сделал этот подарок. Но ты знаешь, я бы хотела бы немножечко поменять, потому что мне нравится, ну, вот что-то другое. Я говорю, я про правду, я про откровенный разговор между двумя людьми. Тобто не треба робити вигляд: клас! И типу так... Нет, потому что это считывается, это чувствуется. Нет, вообще. Сказать: мне
я рада, мне очень нравится, что ты подарил, позаботился, но я бы хотела вот поменять там. Вдруг размер не подошел. Похвалити, так? Да, однозначно. Однозначно, потому что мужчина старался, потому что мужчине сложно вообще угодить женщине, потому что женщина вообще сама не знает, чего она хочет. Вот, а как же, вот может догадаться. Зараз хочется зробити так, іу. Іу. Бедный, я как-то сочувствую мужчинам, угодить этой женщине, ну, наверное, нереально. Поэтому да, конечно же. Похвалить, поблагодарить, обрадоваться, что он вообще это сделал, да, и, конечно же, поменять. Ну, и, мабуть, мені здається, що в жінок дуже багато ідей для подарунків. Головне, аби чоловік зрозумів ось той натяк, якщо вона сама не наважується відверто. Ага. А натяк який має бути той отакий? Ви знаєте, подивись, чи, кстати, це дуже хороший вопрос, тому що женщина себе придумала. Все, я должна получить цветы, я должна получить духи, я там еще что-то. А потом упс, и нет. Да? И он совсем другое купил. Помилочка. Ну, что-то вот, не знаю, конфетку там подарил или вообще. Ну, я не знаю, вот она не получила ожидаемое. И что происходит с ней? Она обижается, она разочаровывается. Это как моя коллега пришла и рассказывает мне. Ты знаешь, Оль, попросила мужа купить мне вино красное. Ну, как попросила? Пишет ей, пишет, милый, если ты будешь проезжать мимо, если тебе будет несложно, ой, це вже складно. Если у тебя будут деньги, купи, пожалуйста, мне вино. Сидит и ждет. Он приходит, а вина нет. Она говорит, а где вино? Он говорит, знаешь что, дорогая, в следующий раз говори, хочу вина, точка. А тут три якби. Да, и вроде бы она еще больше написала. Я просто, для меня это очень сложная конструкция на самом деле. Говорите про свои желания. Ты знаешь, я бы хотела получить духи. Или там, я бы хотела получить путевку там, в Европу. Я бы хотела новые туфли. Ну, не знаю, все что угодно. Говорите про свои желания, заявляйте. Это нормально. Ну, и с кем, если не с своим родным человеком, ты будешь відвертою, правда? Да. Особливо напередодні якихось свят, які ось передбачають, що тобі можуть щось подарувати, правда ж? Так, звичайно, потрібно завжди, от, ну, як сказала Ольга Сологуб, говорити про свої бажання. І для того, аби не потрапити у топ-5 найнебажаніших подарунків, то все ж таки просто говорити, спілкуватися один з одним, і цього достатньо. А в чому проблема? Да, сказати те, що ти хочеш. Ну, яка проблема? Ну, мужчина же, он не экстрасенс. Он не сможет догадаться. Будет промах 100%. Ну, і телепатію поки що ніхто не підтвердив, так? Да. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Ви, мабуть, глядачі отримали чимало корисних порад, як чоловіки, так і жінки. Ну, і вас ще раз вітаємо зі святом. Спасибо. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні до нас у гості приходила Ольга Сологуб, сімейний психолог, гештальт-терапевт. Тілесно-орієнтований терапевт.